примите дар вечной жизни. Я как только узнал, тут же отправил городовых прочесать город. Уверяю вас, если она в городе, мы ее обязательно отыщем. Марья Тимофеевна, мое почтение, начал читать первую главу вашего романа. Очень увлекательно и жизненно. Николай Васильевич. Что стряслось? Аннушка пропала. Мне когда-нибудь дадут выспаться? Да иду, иду. Анна, вы как здесь оказались? Вы что, мне не рады? Не говорите глупостей. Скажите, что стряслось? Можно мне воды? Спасибо. Я умоляю вас, говорите. Я их видела. Я их всех видела. Я знаю, где они собираются. Это ужасно. О ком вы говорите? В вурдалаках. А здоровье у старика было отменное. Да уж. Ему бы жить да жить. А вместо этого упал всем телом на кол. Совершил прободение желудка и левой зоны печени. Кстати, посмотрите, у него все ладони в занозах. Какая, однако, страшная смерть. Да, очень долгая и очень мучительная. Целость уж бы лучше в сердце. Право слово. Это какая-то секта. Они собираются и пьют кровь для своих ритуалов. И там были все. И графиня Илеонская, и князь Любшин. А самое странное – это человек, который ими руководит. Вы можете описать, как он выглядел? Нет. Он был в маске. Маска такая, похожая на венецианскую. В подобной маске Крутин принимал пациентов в Петербурге. Боже, Анна, как вы там оказались посреди ночи? Мне показала дорогу Соланж. И этот ваш, как его? Гудков? Да. Я клянусь вам, когда мы поженимся, вы ни шагу не ступите из дома. Я прикую вас цепями к домашнему очагу и брачному ложу. А вы тиран? Тогда я за вас не пойду. Ну а что мне прикажете делать с такой безрассудной женой? Яков Платоныч, Анна Викторовна пропала. Домашние видели ее последний раз вчера вечером, а дома она не ночевала. Ее лошадь утром вернулась одна в конюшню. Да успокойтесь, она здесь. Доброе утро. Яков Платоныч, да вы что такое творите? Коробейников. Антон Андреевич, это совершенно не то, о чем вы подумали. Да, а чего тут думать? Вы
Ваша мать места себе не находит. Ну, неужели вы не понимаете? Антон Андреевич, Анна Викторовна пришла сюда совсем недавно рассказать о преступлении, которое она видела сегодня ночью. О преступлении? В городе опасная секта, Антон Андреевич. О, господин Панкратов, чем обязана счастью вновь вас видеть? Эмилия Карловна, я пришел забрать мою невесту из вашего дома. Софья Казимировна согласна стать моей женой, и вы не вправе удерживать ее. Боюсь, вы ошибаетесь. Моя воспитанница не желает вас видеть. Вы лжете. Полагаете, вы столь неотразимы? Что, девушка не может передумать? Как вы ошибаетесь? Госпожа Елеонская, я желаю немедленно видеть Софью Казимиру. В противном случае я обращусь в полицию и сообщу, что вы удерживаете ее насильно. Хорошо, если вы настаиваете. Правда, Софья сейчас больна. Нынче ночью с ней случился припадок. Мы пустили ей кровь, но... Я велю ее привести, пусть она сама все вам скажет. Стало быть, из погибшей девушки выкачивали регулярно кровь и использовали для этих жутких ритуалов, а потом убили, чтобы избавиться от свидетеля. Да вы правы, Антон Андреевич. Я думаю, за всем этим стоит Крутин. Все это время он мог прятаться в доме одного из своих приверженцев. Надо срочно обыскать эти дома. Анна Викторовна, вы узнали кого-нибудь из участников этой черной мессы? Я думаю, надо сделать по-другому. Мы знаем, где они собираются, и арестуем их всех разом. Главное, чтобы об этом не узнала ни одна живая душа. Да. Осталось только придумать, Анна Викторовна, где вы провели эту ночь. Ну, возможно, меня еще не успели хватиться. Да что значит не успели хватиться? Вас по всему городу городовые ищут. Я лично контролирую этот процесс. Ну что ж, господа. Тогда у меня для вас такое предложение. Можно попросить доктора Милса, чтобы он подтвердил, что эту ночь я провела в больнице. Нет, это рискованно. Кто-то может проговориться, что вас там не было, и это дойдет до ушей сектантов. Хотя... Ой, барин, вы еще тут, а? А я вот прибраться пришла. Ступай, Аглая, завтра приберешься. Ну, как скажете, барин, как скажете. Боюсь, теперь мне остается одно. Сказать, что эту ночь я провела здесь. Соня, это я, Андрей. Ты узнаешь меня? Я увезу тебя. Пойдем со мной. Нет. Ну, почему? Я не люблю вас, Андрей Юрьевич. Это было просто увлечение. Прошу вас больше меня не тревожить. Надеюсь, теперь вы удовлетворены, сударь. На нас все смотрят. Ну и пусть. Теперь в этом городе будут две птичьи во языцах. Я и мой отец. Я не позволю, чтобы трепали ваше имя. Буду приезжать к вам в дом, бывать у вас, как жених. Как только мы его поймаем.
Мамочка. Мамочка, прости, что я заставила тебя волноваться, родная. Со мной все в порядке. Мария Тимофеевна. Яков Платоныч, как прикажете все это понимать? Что все это значит, Анна? Позвольте мне все объяснить. Анна Викторовна была со мной. И я могу вас уверить, мы не выходили за рамки приличия. Избавьте меня от ваших подробностей, господин Штольман. У меня только один вопрос. Вы собираетесь как-то разрешить это совершенно невозможное для Анны положение? Или она будет вынуждена уехать из города? Мария Тимофеевна, вам давно известны мои чувства к вашей дочери. Вы же знаете, она отвечает мне взаимностью, и я уверяю вас, что в самое ближайшее время это положение разрешится. Ну что ж, Яков Платоныч, в таком случае не желаете с нами отобедать? Я так давно надеялся на ваше приглашение и благодарю. Приму его с огромным удовольствием. Так вы утверждаете, что вашу невесту удерживают силой? Я совершенно в этом уверен. А на каком основании? Вы сами только что сказали, что она просила вас больше не приходить. Поверьте мне, ее вынудили. Господа, я прошу вас поторопиться. Жизни Софьи угрожает опасность, пока она находится в этом доме. Я думаю, что графиня Елеонская собирается ее убить. Елеонская? Серьезное обвинение. Вот, взгляните. Я обратился к своему присяжному поверенному с тем, чтобы он выяснил, имеются ли другие родственники у Софьи. И он узнал, что она не сирота, взятая на воспитание. Родная племянница графини. Дочь ее старшего брата. Да, бумаги-то подтверждают. Софье Казимировне завещан огромный капитал. Однако, если девушка умрет незамужней, деньги достанутся госпоже Елеонской. Представьте себе, старая карга с детства утвердила Сонь, что-то нельзя выходить замуж. Как? Якобы над ней висит какое-то семейное проклятие. Что ж, господин Панкратов, вашей невесте действительно угрожает опасность. Давайте сделаем так. Мы завтра все вместе явимся в дом госпожи Елеонской и учиним ей пристрастный допрос. Да. Завтра. А почему не сегодня? Господа, ваше промедление может стоить Софье жизни. Господин Панкратов, я крайне вам не рекомендую сегодня что-либо предпринимать. Вы навлечете на себя законное обвинение, если попытаетесь проникнуть мне в дом. Я обещаю. Я не могу представить, как ты все это выносишь. Стараюсь не обращать внимания. Скажи, что обо мне говорят? О, нет, уж уволь меня. Ну, Полина, мне интересно. Говорят, что ты была кокоткой в Париже. Что твой отец ушел из семьи, не выдержав твоего распутства. Что Клюев тебя проиграл в карты Штольману. Ничего. Сегодня ночью все случится. Да, сегодня. Ты знаешь? Да, знаю. Но мне странно, что знаешь ты. Что ли он просил тебя ничего не говорить? Удивительно. Мне он сказал то же самое о тебе. Ну, слава богу. Значит, мы можем друг другу доверять. Оля, мне не верится сегодня. И ты тоже будешь свободна. Дай бог. Полина Ивановна, Анна Викторовна. Здравствуйте, господин Клюев. Вы вовремя зашли. Ваши книги доставили. Как поживаете, Анна Викторовна? Прекрасно, Андрей Петрович.
Я прошу меня простить, мне пора в больницу. Анна, вы знаете, я всегда на вашей стороне. Если я могу быть вам чем-то полезен. Вы очень любезны, Андрей Петрович. Не стоит беспокоиться. Хорошего дня. Яков Платоныч, а вам не кажется, что это уже слишком? Вы что здесь делаете, господин Клюев? Мы кутили на лошадке по городу, с приятелями казались. Я вот решил по нужде отойти. Что вы несете? Какие приятели? Ну, там... Этого и тех в участок. Просить не этого, а Андрея Петровича. Антон Андреевич, ну что там у вас? Ну что, кровью нарисовано, 6 трупов, а еще дышит вон. Яков Платоныч, ну что, вы его задержали? Не уверен. Ильинская еще жива, ее нужно срочно доставить в больницу, может быть, она... Еще сумеешь что-то рассказать. Я поеду с ней. Антон Андреевич, а вы берите людей и отправляйтесь в ее дом. Отыщите все, что связано с деятельностью этой секты. Будет сделано. Все остальные прочешите окрестность. Не может же он далеко уйти. Черт знает что, а. Господа, это форменное безобразие. А где все компания? В соседнем номере отдыхает. Ну тогда я тоже отдохну. Ну что, вы поймали его? Нет, но его ищут. Аккуратно заносите. Все сектанты совершили самоубийство, одна графиня Леонская жива. Недолго ей осталось. Я должен успеть ее допросить. Помогите мне. Я сделаю все, что я смогу. Открывайте, полиция! Буди всех, живей. Так, давай, ты туда,
А ты туда. Господа, что случилось? Почему вы вырываетесь там среди ночи? Сударыня, у меня предписание судебного следователя немедленно обыскать ваш дом. Я прошу разбудить прислугу и собрать всех. Казимировна! Сколько у меня времени? 20. Полчаса, может быть. Вы слышите меня, графиня? Облегчите душу перед смертью. Для меня смерть? Нет. Я вам ничего не скажу. Вы действительно полагаете, что стали бессмертны, потому что пили кровь своей горничной? Это вы ее убили? К чему мне это? Соланж отдавала мне свою кровь добровольно. И я хорошо платила ей за это. А бессмертие? Истинное бессмертие. Что вы можете в этом понимать? В земной жизни я обрела вечную молодость. Мне этого довольно. Вечная молодость. Вы же сами смотрели на меня на балу. Господин Штольн, разве я не хороша? Признайтесь, мне ведь не дашь больше 30. Анна Викторовна, у вас есть зеркало? Под гипнозом. Каждый раз, когда вы смотрели в зеркало, вы видели перед собой молодую девушку. Но чары спали. Вы пили кровь невинных без всякого смысла. Вас обманули. Кто это сделал? Я спала в своей комнате. Видела сон, будто кто-то входит в комнату. И... Сон? Да. И почувствовала легкий укол вот здесь. Что-что? Укол? Где? Вы позволите, я... Укол. Так, что было дальше? Дальше я услышала, как разбилось окно. Где? А там... Не успела проснуться, как он навалился на меня и... Ясно, а... Господин Коробейников. Нет, на что? 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 Вы не хотите отложить допрос? Вы же видите, моя сестра пережила страшное потрясение. Да, разумеется. Прошу прощения. Назвали его совершенно. Он убил нам вечную молодость, а затем бессмертие. Бессмертие, как у вампиров? Конечно, нет. Это все детские сказки. Он убил подлинное бессмертие. Вечная жизнь в ином мире. Как он выглядел? Не знаю.
Он никогда не снимал маски. Вам известно, что случилось с господином Гудковым? Он был одним из нас. Совершенно наказал его за то, что он кому-то проболтался. Он убил его? Что вы заладили? Убил это убил. Убийство – тяжкий грех. Нам это запрещено. Это все отягчает душу у совершенного. Есть особая власть. Никто. Никто. Не может его ослушаться. А некоторые? Как подумать? Что у вас происходит? Консоламенто. Кто вы? Отвечай. Я несчастный, проклятый человек. Имя? Имя у тебя есть? Вам лучше его не знать. Зачем ты напал на девушку? Я должен был ее спасти. От чего? От смерти? Может быть, хотел подарить ей вечную жизнь? Ответишь за все перед законом, за все свои злодеяния. Участок его живо. Я кому сказал, в участок его? Нет! Не надо! О, там солнце! Оно убьет меня! Чернышов, отвечаешь головой. Нет. Упустишь, шкуру нет. Спущу. Здравствуйте, господин Коробейников. Я приехал, как только узнал о задержании членов секты. Счастье. А я же говорил. Чего встали, а? Ну? Я же говорил. Я умолял. Это все солнце. Чего он лопочет? Да не стой ты, ну уже! Он что, умер? Помер, скотина. Чернышов. Будешь отвечать. Соня. Я тебя умоляю, только не оставляй меня одну. Андрей, я не могу уехать прямо сейчас. Но почему? Елена никогда не бросила бы меня в такой ситуации. Пожалуйста, пойми и не сердись. К тому же больше мне ничто не угрожает. Приезжай завтра. Это ты неделю назад сбежала с прозекторской.
Как считаете, Александр Францевич? Снова встанет и уйдет? Иван Евгеньевич, в наше неспокойное время может быть все, что хочешь. Да-да, войдите. Доброе утро. Я профессор Ланге, ищу господина Скрябина. Профессор, вы получили мое письмо. Я Скрябин. Познакомьтесь, доктор Милс, главврач нашей больницы. Я был у профессора в клинике, когда был в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, тогда вы отсутствовали. Очень приятно, профессор. Что вас привело в наш город? Господин Скрябин написал мне около недели назад, спросил, какие болезни могут вызывать глубокий обморок, подобие смерти. Он назвал еще несколько симптомов, и я понял, что, возможно, ваш вурдалак – один из моих пациентов. Боюсь, что вы опоздали, профессор. Час назад этот человек скончался. Да, это он. Бедный Казимир. Скажите, он был человек душевно больной? Сначала я тоже так подумал, но потом выяснил, что Казимир страдал совсем от иной болезни. Название для нее еще пока не придумали. Она встречается крайне редко, в основном в северных районах Европы. Вам доводилось слышать о тайном недуге английского короля Георга III? Я что-то припоминаю. Если не ошибаюсь, это он, когда был агрессивным, становился крайне невменяемым человеком. Так? И совершенно не переносил солнечного света. В конце концов, он перестал появляться на людях. Болезнь изуродовала его. И этих людей по всему миру стали называть вампирами. Вы не поверите, но эти больные действительно не переносят чеснок. Десны их усыхают, хрящи деформируются, волосы вылезают. Одним словом, они превращаются в настоящих вурдалаков. Господин Личинский принадлежал к старинному польскому роду. 12 лет назад он бросил жену с маленькой дочкой в Варшаве, не сказав им ни слова. Уже тогда его болезнь давала себе знать, и он не хотел, чтобы близкие видели, как он медленно превращается в чудовище. Жена вскоре умерла, а он оказался в моей клинике. Я научил его жить, избегая солнечного света. А 3 недели назад он сбежал. И вы знаете, почему? Получил письмо от родной сестры, графини Леонской. Вы позволите мне посмотреть? Да. Прочитайте последние строки. Софья никогда не выйдет замуж. Подумай сам, ведь она может передать своим детям твою болезнь. Лучше бы было ей вовсе не рождаться. Скажите, выходит, что эта болезнь передается по наследству? Скорее всего. Долгое время она может никак себя не проявлять. Первый приступ случается после сильнейшего нервного переживания. Адские боли в животе, на коже появляются первые пигментные пятна. Как большинство наследственных заболеваний, скорее всего, она неизлечима. Нет. Возможно лишь замедлить ход болезни. Весь город обыскали, ваше благородие. Все вверх дном перевернули. Нет его нигде. Как сквозь землю провалился. А Штольман? Уехал с другим нарядом. Дома сектантов проверить. Ладно, свободно пока. И чаю завари. Антон Андреевич, на пару слов. Вам что-нибудь говорит имя Софья? Воспитанница Леонской. На нее сегодня ночью напали. Да? Угу. А как вы полагаете, где она может быть сейчас? Вероятно, дома, в имении графини. Вы знаете, ей все еще грозит опасность. Да кто вам сказал? Дух мужчины, который неделю назад сбежал с прозекторской. Это очень странно, ведь именно он на нее сегодня ночью и напал. Он вцепился ей в горло, я еле его оттащил. И тем не менее, он утверждает, что ей по-прежнему грозит опасность. Единственная опасность, которая ей грозила, исходила именно от него и от Эмилии Карловны. И оба мертвы, так что вы можете быть спокойны, Анна Викторовна. Знаете что, Антон Андреевич, надо немедленно ехать в имение графини Леонской и возьмите с собой людей. Я вас умоляю, ну увольте меня, Анна Викторовна, я только что оттуда, даже чаю не попил. Хотите чаю? Хорошо, я поеду одна. Я вас... Анна Викторовна, стойте! Лёля... Стоит ли? Зачем? Меня это успокаивает. У тебя очень красивые волосы.
Пообещай мне, что только я буду причесывать тебя к свадьбе. Обещаю. Стойте. Анна Викторовна, вход чуть далее. Призналась? Да. Ваша сестра дважды пыталась отравить вас. Сперва испробовала этот страшный яд аконита, подмешав его в кофе горничную, а потом поняла, что яд действует гораздо быстрее, если попадает напрямую в кровь. Но почему она хотела убить Софью? Вы же разбили ей сердце, выбрав ее сестру, Софью. Слава богу, это убийца, мне не сестра. Она твоя кузина. Мой присяжный поверенный выяснил, что ты дочь родного брата графини. Он бросил нас с матерью, когда мне было 5 лет. Просто ушел, не сказав ни слова. Мама не смогла этого пережить. Возможно, это было намеренное решение, у него были основания. Ваш отец болел редкой неизлечимой болезнью. Я только что получил записку от доктора Милса. Он будет здесь с минуты на минуту с лечащим врачом вашего отца. И, надеюсь, они вам все объяснят. Так мой отец жив? Увы, нет. Софья Казимировна, к сожалению, сегодня утром мы вместе с вами стали невольными свидетелями его смерти. Вы хотите сказать, что этот ужасный вурдалак... Мой отец? Но ведь он напал на меня, он пытался пить мою кровь. Он увидел через окно, как Елена пыталась уколоть вас отравленной иглой. И у него были считанные секунды, чтобы высосать из ранки яд и спасти вам жизнь. Боже мой. Антон Андреевич, Яков Платоныч, господа, ну что у нас происходит? Что у нас происходит? Ну, Клюев в камере буянит. Очнулся, понимаете ли, с перепоя, протрезвел и требует разъяснения, за что его арестовали. Разберитесь, господа. Виноват, Николай Васильевич. Я, вы знаете, сегодня сам не свой и голова не на месте. Я немедленно распоряжусь, чтобы его отпустили. Подождите, вы его допросили уже? Еще как, Яков Платоныч. 5 человек подтвердили его показания. Они пели, орали, нарушали ночной покой, кутили. И потом поехали кататься и разбудили полгорода. Ну, в общем, вот и все. Есть ряд вопросов, которые мне бы хотелось с вами обсудить. Сударыня, что с вами, сударыня? Вы меня слышите? Невероятно. Не знаю, в чем виновата эта девушка, но поверьте, она уже наказана до конца своих дней. А что с ней? Помните, я вам рассказывал о первом приступе этой болезни? Сейчас он происходит на ваших глазах. Вот, посмотрите. Она, случайно, не дочь Казимира? Нет, это его племянница, дочь графини Елеонской. Господин Штольман, рад снова вас видеть. Здравствуйте, профессор. Яков Платоныч, а ведь не права была графиня, утверждая, что семейную болезнь унаследовала Софья. Нет, Елена. Ей уже лучше. Приступ миновал. Ну, что вы стоите? Помогайте, увозите! К сожалению, мы пока еще не понимаем законов наследственности. Кому-то достается от родителей ум и цвет волос, а кому-то родовые болезни. Премного наслышан о вас, господин Ланге. Разрешите представиться, Николай Васильевич.
Трегубов, начальник местной полиции. Рад знакомству, господин Трегубов. Антон Андреевич Коробейников, начальник сыскного отдела. Ну, а господина Штольмана, я думаю, представлять не надо. Конечно, мы знакомы очень давно. Яков Платонович, вам привет от вашей супруги. Благодарю, профессор. Сударь. Вы подлый и бесчестный человек. Я требую сатисфакции. К вашим услугам.